Здравствуйте, в эфире телеканала CBC. Специальный выпуск веду я, Саран Заев. Гости специального выпуска — Фуад Чирагов, эксперт Центра анализа международных отношений. Фуад Мальм, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. И у нас гость еще один — Натаван Рашидова Кацман, израильский эксперт, дипломат, член правления Международной ассоциации дружбы Азербайджана и Израиля АЗИЗ. Натаван Ханум, добро пожаловать к нам в эфир. Спасибо, добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Натаван Ханум, я просто для зрителей скажу, присоединяйтесь к нашему эфиру из Израиля. И первый вопрос, если вы позволите, я начну с Фуад Мальма. Вы наверняка знакомы с интервью, которое последний президент Азербайджана дал испанскому агентству. Там дело в том, что президент сделал такой очень важный акцент на, ну, сейчас все в интервью, там есть клише вопросы, которые настойчиво западная пресса интересуется и задает. По поводу перемирия, почему не работает перемирие? Да? Господин президент сказал, что неоднократно достигалось некое соглашение по гуманитарному перемирию, но каждый раз армянская сторона использовала это гуманитарное перемирие для перегруппировки и того, чтобы осуществить, ну, скажем, в их понимании вернуть те территории, которые они начали терять уже с 27 сентября. Фуад, я вот хочу такой момент задать. Ну, понимаете, это можно сделать один раз, два раза, три раза. Ну, в каком-то момент должно же прийти человеку понимание, что у тебя это не получается. Почему армянская сторона так настойчива? Давайте, Фуад. Знаете, они просто... Сейчас вот они сопротивляются, но все военные эксперты, мировые, там, не знаю, эксперты по безопасности твердят, уже говорят, что это сопротивление армянской стороны бесполезно. То есть хребет армянской армии уже сломлено, то есть их вот, доблестная, там, не знаю, вся их военная инфраструктура, которую они строили за последние 30 лет, все это сломлено. Это уже это для них превращается мясорубку. Они там призывают молодых, неопытных, там, не знаю, просто бросают бой. И сейчас они скрывают эти цифры, их потери. Но когда это боевые действия закончатся, и армянское общество, и весь мир узнает уровень их потери, я не знаю, наверное, спросят у армянского руководства, с каким резоном они продолжают вот это сопротивление. Да, вот они уже просто они усердно хотят что-то вернуть, хотя по логически, по военному мышлению уже ясно, что невозможно уже перевернуть ход военных этих процессов. Они могут сейчас, вот в данный момент, логически, да, если разумно подумать, они могли бы вот остановить сегодня боевые действия и принять те условия, которые сейчас мы принимаем, а, например, через 10 дней, через неделю, которые мы вообще не примем, и это будет для их позиции очень тяжелым. Просто они уже, я думаю, что потеряли рассудок. В английском языке есть такой desperate. Вот, они не знают уже, что делать. Вот. Фуад, мы к этому моменту на самом деле вернемся, но я хотел бы вот несколько перефразировать вопрос для Натаван Ханума. Дело в том, что в своем интервью, опять же, испанскому агентству президент Азербайджана сказал такую вещь, да, с армянской стороны есть некое использование слова «компромисс» и так далее, но он сказал, что в качестве компромисса армянская сторона ничего четко не предлагает. Он сказал, что мы предложили им как компромисс: давайте согласитесь на график вывода ваших войск из 7 оккупированных территорий, то, что вокруг региона Нагорного, как минимум, как на первый этап, да? Но армянская сторона, она, опять же говорю, использует это время гуманитарной перемирия для перегруппировки, да? Даже президент сказал, что если бы армянская сторона прислушалась бы к нам,
войну можно было бы закончить прямо уже в первые дни. И понятное дело, что не было бы потерь. Не было бы потерь. Как вы думаете, Натан Хан, почему не прислушиваются? То есть есть убежденность, что они смогут что-то переломить? Или все-таки, знаете, как то, что вот Фуад Мялим немного этого момента коснулся? Есть некий животный, это животный страх перед своим обществом, а перед его реакцией после 30 лет вот этой пропаганды, вдруг им сказать, что да, мы вот по соглашению юридически это все вернем сразу же. Да? Как вы думаете, почему не прислушиваются? Ну, во-первых, это не новая тактика политики армянского режима. Издревле мы видим, с момента прихода армян в Карабах прошло практически 200 лет после Кюрикчайского мирного договора. И с тех пор эта политика, как только есть какое-то обострение, они сразу говорят о перемирии, которое им на руку для того, чтобы выиграть время. И каждый раз, когда мы проявляем понимание, и действительно верим в какое-то перемирие, повторяется один и тот же сценарий. Безусловно, это страх развенчания мифа о какой-то турецкой либо азербайджанской угрозе для армянского народа. Многие армяне, которые попадают даже в плен, понимают, как обращаются азербайджанцы с ними, даже будучи в таком положении. Поэтому это, конечно, в первую очередь я согласна с Фуад Мялимом, однозначно. Но дело в том, что эти перемирия, надо понимать, они же не искренние. Любое перемирие должно быть действительно перемирием. Оно должно либо, если оно гуманитарно, служить гуманитарным целям, обмен телами. Что мы видим на сегодняшний день? Что даже тех людей, которые, тела тех погибших солдат, которые пытались передать с азербайджанской стороны, были не приняты. И те люди, которые кричали о перемирии военно-гуманитарных целей, в итоге оказались людьми, которые через пару часов после этого перемирия, так называемого, снова нарушили это перемирие. И причем бомбежкой мирного населения Азербайджана, вдали вообще от каких-то боевых действий. Поэтому почему это происходит? Потому что это такая политика, это такой народ. К сожалению, не весь народ такой. Точнее сказать, это руководство народа. Данную конкретную минуту, да и на протяжении, можно сказать, почти всей истории. Почему это происходит? Потому что их мало, они не развиваются, у них очень мало средств, и они пытаются отвлечь свой народ от внутренних проблем, призывая действовать и сплотиться вокруг какого-то лидера, который пришел к власти вот недавно, буквально 2 года назад, в результате переворота. Он хочет привлечь общественное внимание, и он хочет выбрать, и он уже выбрал себе врага, вводя в заблуждение собственный народ. Сколько дезинформации и уровень вообще ненависти, который постоянно подогревается самими армянскими руководителями, он очень сильно вызывает сожаление прежде всего к армянскому народу. Потому что простой народ ни в чем не виноват, и никакая мать не хочет отправлять своего ребенка на смерть. Тем более, если речь идет не о твоей земле, не о твоей территории. Трудно с вами не согласиться, но в данном случае народ Армении только может принять в данном случае решение и формировать новую власть или объяснить этой власти, но это будет делать народ Армении. Я хотел бы еще одного, Фуад Мялим, коснуться такого момента, опять же, из интервью господина президента. Вы знаете, был период, когда премьер Армении только пришел к власти в результате, кто-то называет переворот, кто-то называет революцией. История все поставит на свои места уже после какого-то времени. Но господин президент сказал, что эти контакты первые с Николом Пашиняном, Никол Пашинян обратился к нему с некой просьбой о том, что он хотел бы, чтобы ему дали время, чтобы он закрепил свою власть, а потом начал конструктивно говорить. Но этого не произошло. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Этого не произошло. И сегодня мы видим, что, по сути, Никол Пашинян привел всю эту ситуацию к масштабной войне с большими потерями. Да? И с неочевидными, скажем так, с очень ужасающими последствиями для самой Армении, понимание которого придет со временем. Но я просто как человека-эксперта хотел бы узнать у вас такой момент. А что произошло? Что пошло не так? Это связано с личностью Никола Пашиняна, да?
его неопытностью, может быть, с окружением как-то. Ну, если человек стал во главе страны, обращается к лидеру другой страны, просит время, обещание дает, что будет конституция, это же человеческие судьбы. А что пошло не так, на ваш взгляд? Очень-очень хороший вопрос, и очень важные моменты вы подчеркнули. Господин президент уже, если я не ошибаюсь, второй раз в своих выступлениях в последние два месяца подчеркнул этот момент, что первые дни, когда Пашинян пришел к власти, дал определенные сигналы азербайджанскому руководству, что он будет готов, у него есть другое видение к разрешению этой проблемы, и попросил время, что и азербайджанская сторона предоставила. Мы помним, что последние два года после прихода к власти Пашиняна интенсивность боевых действий, там перестрелков, снизился до минимума. Но что произошло в это время? В это время, мы уже можем открыто об этом говорить, армяне, опять-таки, касаясь вашему первому вопросу, не использовали это время для подготовления к армянскому обществу, к миру. Что мы увидели? Мы увидели усиленные фортификационные инженерные работы по линии соприкосновения двух вооруженных сил, наших и армянских. Они это время использовали укрепление. Второй момент, который вы очень хорошо заметили, это исходит из личности, то есть слабая личность Пашиняна. Он не мог диктовать свою позицию. Я очень извиняюсь, вот понимаете, он не стал национальным лидером. Обычно после таких бархатных типа революций говорят, что вот весь народ, у него консенсус, консолидация. А вот с Пашиняном это не произошло. Абсолютно верно. Он остался таким популистическим лидером. То есть настоящий лидер иногда может объяснить своему народу. Продавить решение свое может. Да. Своему народу, которые эти решения в данный момент не будут популярными. Но в долгосрочной перспективе это откроет большие горизонты, может открыть большие горизонты развития для этого народа. То есть он пошел на поводу тем радикальным группам. Что произошло в эти последние два года? Прежняя власть, которая превратилась в оппозицию, начали обвинять, критиковать Пашиняна в это время, что он собирается сдавать оккупированные территории, то есть вернуть оккупированные территории Азербайджану. А в ответ Пашинян стал больше католиком, чем римский папа. То есть давал такие заявления, более такие радикальные заявления, которые предыдущие лидеры даже не осмеивались звучать. Перегнул палку, да? Перегнул палку. То есть потом он попал в это. Вот есть лидер, любой лидер, в какой-то момент, давая какие-то заявления, неответственные заявления, потом превращается в заложником этих заявлений. То есть Пашинян дал такие вот это заявления, которые, Карабах — это Армения, точка. Ну, к этому заявлению еще вернемся. Да. Дело в том, он что... превратился в заложника этих заявлений, поставил не только себя, и Армению в тупик. Ну, опять же говорю, я возвращаюсь к тому, что выводы должен делать народ Армении. Натан, я хотел бы к вам обратиться с таким вопросом. Опять же, вот то, что вначале мы отметили, что вы присоединяетесь к нам из Израиля. Мы же и сегодня, и вчера, последние дни очень много говорим, что, понимаете, есть страны, которые вдали от нашей географии находятся, от этой войны, но шквал критики в их адрес со стороны Армении
идет почти такой же, как в адрес Азербайджана. И Израиль в этом смысле не стал исключением. Я думаю, вы уже знакомы с тем крайне неудачным интервью Никола Пашиняна израильскому изданию, если не ошибаюсь, это The Jerusalem Post, это англоязычное издание, где, понимаете как, это, ну, все какие-то даже протокольные, минимальные какие-то нормы перешли, а это премьер-министр, вот чиновники среднего уровня, общественные деятели, это и вовсе переходит в какой-то антисемитизм. Как вы думаете, с чем это связано? Это чисто такая агония, это чисто, вот опять же мы возвращаемся к тому, что люди пришли с улицы на власть и не совсем понимают, что война закончится, и вам потом придется эти отношения выстраивать так или иначе. Чем больше, ну, немножко звучит грозно, да, пакости вы сейчас наговорите, тем сложнее вам будет эти отношения выстраивать. Вот что вы думаете, как вы восприняли, когда вот вы знакомились с этим интервью и видите все то, что последние они говорят? Ну, могу сказать, что говоря о господине Пашиняне, мне лично, мне не припоминается его какое-то удачное выступление, наоборот, мне кажется, что, и со мной согласятся многие эксперты, он выглядит достаточно смешно, часто говоря вещи, которые не говорят, потому что так не принято, или не культурно, или не по протоколу. Это бывает, когда человек действительно не имеющий никакого отношения к дипломатии, вообще к политике, не умеющий себя вести, приходит вдруг в власть. Это бывает. Высказывания его, они выставляют только Армению в очень невыгодном свете и на самом деле подрывают все интересы армянского народа, которому он должен служить. Потому что предложение Израиля о гуманитарной помощи, направленное на мирное население, которое ни в чем не виновато в любом случае, оно, конечно же, было гуманным, человечным. И если кто-то не хотел его принимать, это его право, но зачем оскорблять, зачем подстрекать народы, зачем оскорблять еврейский народ? Это все делается потому, что есть недовольные силы, поддержкой какой-то, лояльностью или какими-то хорошими отношениями между Израилем и Азербайджаном. Но эти отношения не возникли вчера или позавчера. Эти отношения, они на самом деле строились на протяжении веков, исходят исключительно из толерантности, взаимного уважения и любви между нашими народами, между еврейским и азербайджанским народом. Поэтому, что бы ни говорили или ни высказывались, ни как-то пытались подстрекать, ни у кого ничего не получится, потому что народная память, она самая сильная, и никто никогда не забудет, какую дружбу, любовь и уважение проявляли к еврейскому народу в Азербайджане на протяжении, можно сказать, всего его существования. Поэтому очень вызывает большое сожаление, недоумение. И мы, наша организация АЗИС, конечно, видим это как провокацию, как оскорбление, прежде всего, всего Израиля, израильского народа, попытку подорвать отношения. Мы знаем, что новоиспеченный посол Армении, который прибыл сюда в начале сентября, не успев здесь еще даже поработать, начал заниматься подстрекательной деятельностью против правительства Израиля, там, на территории Израиля, начал давать какие-то ложные высказывания о якобы данных им обещаниях членов правительства Израиля, о разрыве каких-то отношений с Азербайджаном, что не является правдой, конечно. И мы видим, что попытки его здесь не увенчались успехом, и разъяренное армянское руководство вызвало его на беседы. Тем временем они продолжили высказываться насчет Израиля очень негативно. И вообще, вы поняли, уже еще раз это показало, что любой азербайджанец или любой человек, который говорит правду в отношении Нагорно-Карабаха, любой эксперт, который разъясняет, он подвергается нападкам, он под угрозой в любом городе, в любой стране, где бы он ни находился. Но надо понимать, что эти угрозы к чему не приведут армянский народ. Они только вызовут еще большую вражду и проблемы, которых у них и так много. И эта война не закончится до тех пор, пока армянские оккупанты не освободят азербайджанские земли.
Я просто добавлю, что вот в этом заявлении по поводу Израиля, ну, мало того, что оно абсолютно неприемлемо, я не припоминаю, чтобы какая-то страна, даже есть враждующие страны, ну, происходит землетрясение, катаклизм, они предлагают друг другу гуманитарную помощь, и такой, бывает отказ, но это бывает гораздо вежливее, потому что, ну, понятное дело, если отношения натянуты. Ну, мне казалось, что отношения между Израилем и Арменией, они как бы не враждебные, если вы туда посла отправляете, ну, через две недели вы посылают, вам говорят гуманитарную помощь, им говорят, отправьте это террористам и так далее. Ну, опять же, мудрости жизненной такой вообще не хватает людям. Я еще один такой вопрос хочу Фуад Мальму адресовать, я в его несколько другой форме потом адресую. Если можно, я только дополню. Да, конечно. По поводу этого, мы все время говорим про Пашиняна, дело в том, что мы уделяем его персоне настолько много времени, сколько уделять не нужно. Нужно просто, я думаю, сказать, производит действительно впечатление некомпетентного какого-то человека, который не понимает, что он делает, не понимает вообще, кем он является, не понимает ответственность, которая на него возложена его народу, вызывает большое сожаление. Я хочу сказать, что от себя лично. Мы в организации АЗИС видим эту ситуацию очень со всей серьезностью к ней подходим. И сейчас работаем над определенными шагами, обращениями к нашим властям в Израиле, именно, потому что я сейчас нахожусь в Израиле. И для того, чтобы предпринять определенный дипломатический ответ, направленный на действительно эту ситуацию. Потому что так это оставлять нельзя. Mm-hmm. Еще добавлю, что я лично подвергаюсь угрозам со стороны армянских сил. Эти угрозы зафиксированы определенными государственными структурами Израиля. Начаты уголовные расследования, и любые попытки такие будут отражены с привлечением соответствующих структур. И я призываю всех азербайджанцев, всех людей, которые не являются азербайджанцами, но правильно и правдиво рассказывают о том, что происходит, если подвергаются таким же нападкам, фиксировать каждый такой случай и обращаться в определенные структуры своих стран. Несомненно, абсолютно верное решение, потому что только в рамках закона и только в соответствии с законом. Фуад, вот вы сказали по поводу, знаете, вот этого абсолютно неудачного, ну, мягко я выражаюсь, неудачного заявления Николы Пашиняна, которое летом 2019 года он сделал по поводу, якобы он был на оккупированных территориях Азербайджана и оттуда выкрикивал нам в подпрыжку о том, что Карабах — это Армения. Ну, понимаете как, было ощущение, что, ну, по крайней мере, пытались объяснить армянской стороне, что это неправильно, это не есть хорошо, это разрушает переговорный процесс. Но я вот хочу вас познакомить с последним заявлением товарища Нацаканяна, который является главой МИД Армении, и он вроде как дипломат. Если Пашинян не кадровый дипломат, то Нацаканян, он довольно-таки давно работает в Министерстве иностранных дел Армении при нескольких правительствах и так далее. Это вроде как дипломат. Он говорит в своем парламенте. Вот Карабах не имеет никакого будущего в составе Азербайджана. Подобный шаг будет означать Карабах без армян. А знаете, мало отличается по смыслу это заявление от того, что делал Пашинян. По сути, глава МИД вновь говорит об отторжении Карабаха от Азербайджана. По сути, вот переговорный процесс-то идет о статусе, но человек в данном случае говорит об отторжении. Он все еще не понимает. Он пытается оправдать свою неудачную работу на внутреннюю публику, или, опять же, война создала стресс, из которого они так и не могут выйти? Фуад. Было интересно наблюдать после этого заявления, известное заявление Пашиняна, там интервью Нацаканяна зарубежным СМИ, когда он просто его премьер-министр, как его этого министра поставил, можно сказать, неудобное положение. Да, дезавуировать он пытался? Да, завуировать, хотел как-нибудь это обосновать. Мы как видели, увидели, что это очень негативно повлияло на позиции Армении в мировом сообществе. И потом эти заявления его в парламент еще раз доказывают, и другие предыдущие на днях другие заявления,
показывают, что они, эта армянская сторона, к сожалению, не осознает ту реальность, которая уже для них изменился, да, вот, грубо так сказать. К сожалению, те силы, которые, не знаю, требуют или просят от нас, чтобы эти боевые действия остановились, не видят и должным образом эти заявления армянской стороны не оценивают как негативную, деструктивную позицию. Как эти заявления однозначно не помогают достижению какого-либо перемирия или мира. Полным ходом мы видим, что армянская сторона продолжает ту воинственную, уже не безнадежную эту кампанию. Но, к сожалению, эти заявления должным образом, опять говорю, не оцениваются, не дает вот эти члены Минской группы ОБСЕ или сопредседатели, не дают какую-то краткую резюме, как краткую оценку, что давайте не сделайте такие заявления в этот период. Азербайджанская сторона неоднократно, глава нашей страны и другие официальные лица заявляли, что армяне, которые живут на территории Карабаха, они есть наши граждане. Да. И Азербайджан берет, готов, там, не знаю, всякую международную, давать международную гарантию, что жизнь, безопасность, их имущество будет под полной гарантией Азербайджана, азербайджанского законодательства. Как и все остальные граждане Азербайджана. Да, как и все остальные граждане. К этому моменту, с вашего разрешения, мы еще вернемся. Я просто этот же вопрос хотел бы Натаван Ханом узнать менее. Вы понимаете, как Натаван Ханом? Вот очень четко сказал Фуад то, что новая реальность. Об этом и президент Азербайджана говорит. Понимаете, новая реальность. Четыре райцентра до больше сотни населенных пунктов освобождены. Азербайджанские войска официально стоят в Гадруте. Азербайджанские войска стоят официально в Сугоушане, который раньше назывался Матагиз. И в этой ситуации, вместо того, чтобы самому принять новую реальность и попытаться свою общественность готовить к этому, человек выходит и говорит, что Карабах вне Азербайджана должен быть. Ты это скажи азербайджанским войскам, которые сейчас в Гадруте. Ну, вот, понимаете, как я немножко эмоционально реагирую на этот момент. Понимаете, как сам не понимает или не хочет понимать. Так и свои. А кто будет объяснять армянскому народу вот эту новую реальность? Статуса кво нету. Линии соприкосновения войск нету, совсем все поменялось. В четырех райцентрах, четыре района фактически нами освобождены. Да? Мы знаем, что идут активные боевые действия. Вот такого рода заявления товарищей из Армении, Мнацеканянов и так далее, они приближают нас к миру. Понимаете, это лично я воспринимаю это как идею реваншизма. Они проигрывают войну, но уже сейчас готовят своих людей к реваншу. Что это трагедия для армянского народа? Что вы думаете? Я думаю, что вы абсолютно правы, это действительно так. Дело в том, что Пашинян, он не понимает или понимает, скорее всего, понимает, что он делает, но он идет на принципы, которых у него на самом деле нет, потому что если бы они у него были, если бы у него были какие-то нормы, какие-то моральные нормы, принципы, то он не бомбил бы мирное население городов, отдаленных от военных действий, под покровом ночи. Дело в том, что ожидать от него сейчас какого-то шага навстречу не приходится. И его глупость, его какая-то недальновидность политическая, она сыграет очень плохую, и уже играет плохую шутку с армянским народом. Потому что на самом деле ничего хорошего для него не будет. Потому что при таком руководителе, который постоянно занимается только провокацией, не умеет понимать политические риски и вообще, что происходит, не умеет правильно
оценивать ситуацию на данный момент, которая сейчас у нас возникла, она абсолютно другая. И президент Ильхам Алиев правильно сказал, что есть определенные реалии, с которыми теперь они будут вынуждены смириться. И чем раньше они это поймут, тем меньше потерь понесет Армения, тем меньше потерь... Натахам, это же в первую очередь преступление против своего народа, против простых армян. Конечно, когда ты отправляешь на фронт мальчиков, которым еще не исполнилось даже 18 лет, которые даже не прошли курс молодого бойца, которые не знают, куда они вообще едут, и они даже не давали своему согласия на это, когда ты массово отнимаешь у населения их имущество, их автомобили, и все это на фронт, я не думаю, что кто-то кого-то спрашивает. Там действительно очевидцы рассказывают о том, что просто приходит повестка, и их просто заставляют. Поэтому, понимаете, ситуация очень трагическая. И что делать в этой ситуации? Мы не можем сейчас прийти в Армению, сменить там власть и сказать, вот вам нормальный, адекватный президент. Это то, что произошло. И это то, с чем мы вынуждены не мириться, но как бы считаться. И мы на самом деле очень правильно реагируем. Мы готовы к переговорам. Мы показали это, мы посылаем постоянно наших представителей на переговоры, на любые переговоры, тогда как армянские представители туда не приезжают, проявляя неуважение в очередной раз. Но если какие-то переговоры заканчиваются обстрелами наших территорий и убийствами наших мирных жителей, то будет дан адекватный ответ, будет дан ответ согласно нормам международного права, будет дан ответ согласно нашему праву на самообороны. И это должно быть четко понятно, я думаю, это уже понятно. Но насколько продолжится эта война, зависит исключительно от руководства Армении. Абсолютно. Если оно сейчас остановится, то все остановится. Каждый час, каждый час промедления – это дополнительные погибшие люди. Да. И за это лежит полная ответственность на руководстве Армении. Конечно. По поводу настроя армянского народа, я просто позволю себе репликой сказать, это не наша информация, это информация спецслужб Армении, распространенная армянскими СМИ, что там участились случаи, когда покупаются положительные тесты на COVID-19 для молодых людей. То есть какие-то две недели карантина, люди, так сказать, думают, что переждать, но я думаю, что это яркий пример, как люди к этой войне относятся. И у меня такой фат к вам вопрос. Вот мы много говорим о безысходности и так далее, но понимаете как? Одно дело политики. Там игра с рейтингами, какие-то политические сговоры и так далее. Но есть категория людей, которые лучше понимают, что происходит на линии фронта. Это военные. И я думаю, что может быть, ну теоретически, хотя сомневаюсь, в Ереване, может быть, кто-то и не догадывается, насколько тяжелая ситуация для них на линии фронта. Но люди непосредственно, которых военных они отправили, они же должны это понимать, они же это видят. Они в первую очередь видят трупы своих военнослужащих, да, потом они идут в Ереван. Как вы думаете, решение, вот такое упорство, оно в какой степени принимается политиками, в какой степени, ну, привычно так называть генералитет, я не знаю, сколько у них там генералов осталось, но такое высказывание есть, генералитет или политики? Военщина сейчас принимает решение, она упорствует, или скорее команда Николы Пашиняна, или там 50 на 50, как вы думаете, Фат? Сейчас, думаю, это, наверное, 50 на 50, но с другой стороны, как мы знаем, если не ошибаюсь, две недели назад они просто запретили всем высказывания критическим заявлениям на законодательном уровне, которые запретили военным или другим, там, не знаю, журналистам всем давать какие-то заявления, которые для них могут послужить как причина или повода демолиризации. Что мы видим сейчас? Военно-политическое или политико-военное руководство Армении продолжает эту политику. Это просто, я не знаю, они продолжают это ва-банк.
Ну, это как получается, знаете, ва-банк, но это не деньги, это человеческие жизни, да, вот, ну, руководство армии. Видно, каждый час промедления — это новые трупы. Видно, что вот так дешево они оценивают жизнь своих людей, своих граждан, своей нации. К сожалению, наверное, после того, как эта война закончится, они нас обвиняют в геноциде, что вот, а они сами виноваты, что вот отправляли столько молодых людей на эту на безнадежную мясорубку. Вот сейчас мы видим, я не знаю, вот я если даже мы вот ну полностью восстановим контроль на территории, я думаю, что это очень скоро. Я не уверен, что с этим нынешним властям, с этим общественным настроем в Армении придем к какому-то, мы сможем подписать какое-то мирное соглашение. Мы будем, как и раньше, всегда... Они однозначно нагнетают это. Вместо они, да, того, чтобы пойти со своими людьми, сказать, что да, мы теряем территорию, да, мы выводим войска, да, потому вот что ситуация... Нету... То есть вот этого, в этой работы нету там. Да, вот никто сейчас в Армении, ни один из политических лидеров, ни из военных лидеров, не осмеливается выйти и просто... сказать эту ту правду, что которая будет непопулярна. Наверное, этого человека в первую очередь будет там, не знаю, линчевать, там, не знаю, обвинять, даже могут убить. Но со временем кто-то это должен сказать, но никто, к сожалению, пока эту ответственность на себя не берет. Это значит, что никто из политического и военного руководства Армении не думает искренне там, о будущем своего народа. Фат, я вас просто перебью буквально. Мне все-таки кажется, что фраза вот, к Армении это применимо. Нет национального лидера. Понимаете, да? Нет того политика, которые в сердце и в умах каждого армянина. Есть вот такой человек, который пришел с улицы, оказался крайне неопытным, сам не понимает, что делает. Но опять же, вина лежит на армянах, на армянском, да, обществе, которое должно понимать, что она же может исправить ситуацию. Натанхам, и еще один такой вопрос. Вот, такой лидер был, я очень извиняюсь. В Армении более-менее внятно. Вот там, более-менее где... это очень точная, да, фраза, потому что, да, сейчас у него, я понимаю, о ком вы, сейчас ни, да, политического рейтинга, ни политического багажа, да, уже, да, да, нету, и в принципе мало чем он своему народу может помочь. Натанхам, вот сказал Фуад Мюлим по поводу рано или поздно эта вся территория будет взята под контроль. Азербайджанская сторона раз за разом посылает месседж. Нам приходят очень много западных, зарубежных журналистов, на различных уровнях говорят с руководством страны, спрашивают, что будет с армянами там. Мы говорим, они наши граждане, они будут жить в условиях благополучия, их экономическая ситуация будет лучше, мы их будем защищать как каждого гражданина Азербайджана, без разницы. Да? Смотрите, к сожалению, с армянской стороны раз за разом я должен отметить, что мы видим желание взять Карабах этнически чистым, абсолютно армянским. К сожалению, я никогда еще не слышал рационального подхода со стороны армян, что и азербайджанцы, и армяне могут жить в Карабахе. Да? Вот этого я не слышал. Смотрите, они сейчас говорят, там разные рода формулы предлагают. Там, опять же, все направлено на то, чтобы отторжение, да, Карабаха. Но смотрите, азербайджанцы и армяне, не будем далеко ходить, да, даже Грузия, живут в соседних селениях. Азербайджанцы и армяне живут в одном городе, в России, в Украине они живут. Почему все это не убеждает армянское руководство в возможности проживания? Вот сейчас они истерику разводят, геноцид и так далее. Ну, как будто весь мир безграмотный, он не понимает юридически, что означает геноцид, что можно называть геноцидом, а что нельзя. Извиняюсь за немножко грубость, но нельзя же каждую аварию, каждое ДТП называть, я не знаю, это геноцидом или что-то так далее. Да, человеческие жизни важны, потери — это их плохо,
Ну, вот сейчас истерику по поводу геноцида разводить тоже не стоит. Почему вот эти примеры по поводу Украины, России, Грузии не убеждают армянскую сторону вот в правильности формулы сосуществования армянской и азербайджанской общины в регионе Нагорного Карабаха? Ну, понимаете, здесь вопрос не в этом. Дело в том, что у армянской стороны нет никаких вопросов. Они прекрасно понимают, что они могут жить в Нагорном Карабахе вместе с азербайджанцами. Дело в том, что они этого не хотят. Вот в чем дело. Если они так не любят турков и называют нас они тюрк, насколько я знаю, я на армянском не разговаривала, но я знаю это точно, и это написано во многих книгах. И если они так не любят турков, возникает вопрос, почему они так мирно и немирно, я бы даже сказала, процветающе живут в Турции, если Турция... Стамбуль. Такие, да, если турки такие злыдни, которые преследуют армян везде, где бы только они ни были, и сразу нападают на них и зарезают их. Это все на самом деле смешно, просто смешно. И факты говорят сами за себя. Где живут армяне, где они обосновались, и кто их там трогает, и кто не трогает, все это известно. Поэтому тут разуверять никого не нужно. Тут нужно разуверять мировое сообщество. Тут нужно, на самом деле, балансировать ту дезинформацию, которая льется со стороны армян, очерняет Азербайджан, представляет Азербайджан каким-то агрессором, поднимает вопрос о том, что непонятно, кто здесь агрессор, что, может быть, Азербайджан является таким монстром, который сейчас занимается каким-то геноцидом. А факт геноцида по поводу Турции до сих пор не доказан. И когда им было предложено прийти в европейское сообщество со своими доказательствами, открыть архивы, они этого не сделали. И сейчас то же самое. Поэтому говорить о каких-то... Вот сейчас, например, они говорят, что Израиль занимается геноцидом армянского народа. Но это просто смешно. Это уже к врачу, на Таванхан. Да, это свидетельствует о каких-то неадекватных абсолютно представлениях о действительности. Поэтому разуверять мы никого не должны и не собираемся. Мы должны заниматься своим делом, наше дело правое, и мы будем продолжать это делать, защищать своих людей, защищать свой народ, защищать наши национальные интересы, освобождать оккупированные земли, которые уже много лет находятся у армян, и которые, кстати, если бы были им так дороги, были бы приведены в такое ужасное положение и в такое ужасное состояние, которое мы сейчас наблюдаем, когда сожженные, разрушенные абсолютно города и села, и на протяжении 30 лет там не сделано ничего. Мы видим даже названия этих городов советских времен, азербайджанской кириллицы, с ржавчиной, с просто каких-то... Вы понимаете, я даже слов не нахожу. Вы видите, как я достаточно эмоционально на это реагирую. Ведь не, я вас прекрасно понимаю. Натаха, да. С вашего разрешения просто одной репликой. Вы очень точный момент отметили. Понимаете как? Меня что удивляет? Тот же Физули, тот же Джабраиль, они даже названия поменяли, сделали их на армянский лад. Но они его вчистую разрушили. Если вы название поменяли, вы собирались там жить, почему вы там все строите? Почему вы разрушили этот город, сделали его мертвым городом? Это на самом деле удивительно. И по поводу, спасибо за пример по поводу Турции, мы неоднократно об этом в эфире говорили, по поводу, вот они говорят геноцид, да, ну у них, они на все называют геноцидом и обвиняют Турцию в геноцидом и так далее. И по поводу Турции интересный момент, в Стамбуле живут не только армяне, которые сотни лет там живут, в Стамбуле сейчас живут армянские нелегалы из Еревана, которых Армения прокормить не может, а они едут в эту Армению, зарабатывают деньги, присылают в Ереван, но при этом между слов говорят... Потом зарабатывают деньги, присылают в Ереван. Да, а потом говорят, что нет там геноцид и так далее. Ну, это такая, да, мягко говоря, двуличие, которого, ну, не и знаю. Еще, если вы разрешите один момент. Да. Вот Сергей спрашивает, а что будет с армянами в Карабахе? Хочется спросить, а что случилось с армянами сейчас в Азербайджане? 30-тысячная община армян спокойно живет, работает, учится, процветает. Поэтому это все на самом деле риторический вопрос, на который совершенно четко они прекрасно все понимают,
эти ответы. Это выставляется в очень плохом свете, это провокации, на которые мы должны адекватно реагировать. Ну, я так понимаю, это полная пропаганда, и ничего там, никакой правды, ничего такого там нету. Но в любом случае, опять же говорю, будем надеяться, что народ Армении сделает правильные выборы. И эта новая реальность, которая началась 27 сентября, все-таки отрезвит противоположную сторону. Не только политиков, политиков их, честно говоря, мне не жалко, а вот народ Армении как-то должен найти себя в этой новой реальности. В любом случае, уважаемые гости, огромное вам спасибо, что нашли время. Присоединились к нашему эфиру, ответили на вопросы. Я представлю вас снова нашим зрителям. С нами был все это время Фуад Чирагов, эксперт Центра за международных отношений. Фуад, огромное спасибо. Вам спасибо. И Натаван Рашидова Кацман, израильский эксперт, дипломат, член правления Международной ассоциации дружбы Азербайджана и Израиля. Азиз Натаванханов, вам тоже огромное спасибо. Спасибо. Я передаю отсюда привет всему азербайджанскому народу и всем нашим зрителям, где бы они ни находились. И надеюсь, что скоро мы услышим о победоносных продвижениях нашей армии. Спасибо. Надеюсь. Разумеется. Спасибо, Натаванхан. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санан Зая. До свидания. До новых встреч.